Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это мокасины Олеся, которые уже стали бестселлером нашего телеканала. В предыдущем день презентации было продано более 2000 таких пар. Ну что ж, Арина, мокасины уже давно стали нашей любимой обувью. Они изначально пришли от индейцев Северной Америки. Они носили прототип, им нужна была обувь бесшумная, мягкая и комфортная. Уже когда они попали в Европу, в руки к итальянцам, известным модникам, они доработали эту модель и получились классические мокасины, которые мы до сих пор так любим. А вот чем мне нравятся мокасины Олеся? Прежде всего, конечно же, тем, что у них вот такой воздушный перфорированный дизайн. Мы с тобой получаем сразу летнюю модель, которая будет сочетаться с нашими летними комплектами. Мокасины Олеся, Арин, отлично подойдут, в том числе для женщин, у кого нестандартная нога, потому что у нас 9-я полнота и система эластичных лент. То есть даже если ножка отекает, если у вас косточка на ноге, если полнота нестандартная, то здесь внутри вас будет ждать достаточный объем и комфорт. Стелька из натуральной кожи, причем не просто из натуральной кожи, из замшевой кожи. Внутри нее слои вспененного латекса. Видишь, как мягко. Она позволяет правильно распределить нагрузку, облегчая твои ощущения при ходьбе. То есть ты не устаешь вечером, даже если прошла большие расстояния. И литьевой метод крепления полиуретановой подошвы. Это я называю умная подошва, потому что на закрепление абсолютно надежное. Мало того, полиуретан помогает нашей стельке дополнительно амортизировать нагрузку, забирает эту нагрузку на себя, благодаря чему мы заботимся, конечно же, о здоровье и ступни всего нашего организма. И как здорово, что сегодня мы можем предложить вам 4 цвета на выбор. Прямо сейчас посмотрите на эту яркую летнюю коллекцию. Да-да, яркие. Я, кстати, считаю белую обувь достаточно яркой. Согласна. Белая сразу обращает на себя внимание. Смотри, вот серый цвет у нас даже с белыми вставками. У нас здесь сочетание перфорации, белых вставок. И образ вас становится истинно летним. Согласна полностью. Далее, бежевый цвет. Мне очень нравятся бежевые оттенки. Они очень мягкие, они очень приятные. В данном случае мы также видим с вами здесь сочетание цветов. Далее у нас есть цвет белый, посмотрите, белый мы с вами увидим также и на подиуме, и, конечно, черный, всесезонный. Наша телезрительница сегодня дозвонилась нам и рассказала, что заказала для себя сразу две пары, белую и черную, и это правильно. Размерная линейка от 36 до 43 размера, и это самая выгодная покупка в течение дня на телеканале Shopping Show. Сегодня специально для вас мы поставили такую цену 999 рублей для того, чтобы вы сделали свою первую покупку, для того, чтобы вы сэкономили максимально 1200 рублей. Скажи, пожалуйста, Наташ, до 43 размера великолепная размерная линейка. Как мы подбираем размер? А подбираем мы четко размер, поэтому действительно мы говорим о таком эксклюзивном синтезе расширенной размерной линейкой 9-я полнота, потому что женщины, если у них 41-й, 42-й размер и увеличенная полнота, но они вообще себе никакую обувь не могут в обычных магазинах найти. Мокасины Олеся прекрасно подойдут, и сейчас я визуально тебе хочу на Ульяне показать все детали комфорта. Итак, мы заявили, что у нас 9-я полнота, эластичные ленты, а Ульяна на нас сейчас сядет в кресло и вооружится сантиметром, чтобы вообще мы заодно узнаем, как замерять полноту. Сейчас, кстати, самое время полноту замерять, сейчас уже вечер, поэтому нога отекла, и вы сможете уже получить правильные показания. Итак, у Ульяны на 39-м размере ноги обхват ступни получается 24 почти сантиметра. Это уверенная 9-я, к вечеру 9,5 полнота. А теперь посмотри, насколько легко она надевает мокасины Олеся. Опять же, эластичные ленты, видишь, они подстраиваются под подъем. Вечером они дадут в ширину еще свободу. 9-я полнота в сочетании с широким мокасиновым мысом. Ульянина нога легко, абсолютно вольготно расположается внутри. И это показатели очень эргономичные. Я бы даже сказала, частично ортопедическая у нас полнота для максимального комфорта даже проблемной ступни.
Слушайте, ну как здорово. А ты, кстати, сказала, Наташа, что здесь еще совершенно уникальная форма самого вот мокасинового строения. Да, мокасиновый мыс – это вообще правильная очень конструкция с анатомической точки зрения. Очень часто женщины, когда выбирают для себя обувь с узким мысом, даже если это будет обувь увеличенной полнотности, пальцы получают давление, прерывается кровообращение и сдавливается зона вальгусной деформации. У мокасин фирменный широкий слегка корообразный мыс. Ваши пальчики могут буквально пошевелиться внутри. Вы разгружаете пальцы, вы соблюдаете нормальное кровообращение. Зона вальгусной деформации при таком мыске также разгружена, что очень замедляет процесс ее дальнейшего роста. Слушайте, ну это же здорово, согласитесь. Вот вы знаете, я сейчас стояла до этого, пусть даже не на каблуках, а на танкетке, и сейчас надела наши мокасины Олеси. Это совершенно другие ощущения. Вот как я говорю, небо и земля, да? Все познается в сравнении. Здесь абсолютная мягкость, здесь абсолютный комфорт. Ножка отдыхает. Такое ощущение, как будто я сейчас пришла домой, разулась, надела любимые тапочки или вообще не надела обувь. Очень мягкие, очень легкие и очень свободные. И я сейчас понимаю, что если летом моя нога будет отекать, если у меня ножка увеличится в объеме, то здесь есть еще достаточно свободы для того, чтобы мокасины обеспечили ее. 1200 рублей экономия. Слушай, ну я сейчас понимаю, что стелька здесь просто, ну это просто удовольствие, это просто наслаждение. Да, стелька здесь из натуральной кожи, замшевой выделки. Это не просто гигиена, это не просто поглощение неприятных запахов и удвоенное дыхание ноги. Внутри нашей стельки несколько слоев вспененного латекса. Они амортизируют нагрузку, они разгружают нам позвоночник. Эти слои латекса позволяют ступне располагаться, словно на мягкой ортопедической подушечке, и распределяют очень правильно давление по всей стопе. Тем самым, даже после долгой прогулки к вечеру ты приходишь домой с легкими ногами. Да, слушайте, но это же натуральная кожа, правильно? Абсолютно верно, это натуральная кожа замшевой выделки. Мы можем смело носить ее, в том числе на босую ногу. Представляете, как это приятно? Да, действительно, это очень приятно. Стелька из натуральной кожи, как я уже только что сказала, это гигиена, это дыхание ноги, это анатомичное правильное расположение. А значит, если вы приходите в гости и вообще вы всегда ощущаете уверенность в себе, потому что никаких неприятных запахов не появится. Не так, натуральная кожаная стелька, она невероятно мягкая. Сами по себе мягкие и легкие, с увеличенной девятой полнотой. Вы получите абсолютный комфорт и свободу для ваших ног. Дозванивайтесь прямо сейчас.